Всем привет, ребята, с вами Федор ТВ и Руслана. И сейчас мы играем на втором аккаунте, и у нас здесь очень много боксиков. Я их копил долго, сейчас начнем прям открывать. Прям так сразу полетели открывать. Я не знаю, их, наверное, месяц на этом аккаунте не открывал. Мог, конечно, больше накопить, но не столько хватит. Нужны монеты для прокачки персонажей. Будешь ловить босс? Хорошо, давай открой. 15, 10 один бокс. Раз. Два. Три. Угу. Я посчитаю сам, не считаю. Пока что ничего не падает. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый. Все нормально, за боксик попадается. Дэрил! Отлично, отлично. Шо? Идет. Я могу всех улучшить, кроме Шелли и Розы. Ой, зачем новый на него так? Да, все-таки не везя, не красная повязка. Здорово! Я бандит. Смотри, откуда же один сундук, тебе бы Дэрил выпал. Ну, а так мне нужно преимущество, что еще выпал. Вот еще эпик какой-нибудь выпадет, молодец. У меня же 6 больших бойцов. Хотя вы думаете, что поэтому в магазине за старпоинт это куплю. На мигачке не стоит купить. Ну и ладно. Пука вот сегодня только выйду. Открыл случайно боксик. И бока выйду. Так, давай, 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 что-нибудь. Сейчас монет за? Жесть. Заметил. Ну, а? Покажи, сколько сундуков. 17 штук. Пенни. Как? У меня даже нет пенни. Ну, тебя... Звук тебя... 2000... Это один динамайк. На втором... На первом пенни. Сейчас второго пока что нет. Давай. Ну что-то прям хорошо так дропается, кстати. Хорошо так дропается. Погоди. Я подъезжаю. У меня здесь записалось, как я открыл бокс последний. Предпоследний. Ну, вот этот бокс. Надеюсь, что приму дропнуться хотя бы. Что не хочу, чтобы он... Что я хочу, чтобы он с больших дроп... с обычных вот этих мелких дропнулся. А то потом будет с большого дропа цель приму. Что мне это надо, что ли? Давай. А, уже последний ящик. Хорошо, куда? У меня последний ящик, ребята. Пожелайте мне удачи. Чтобы не выпал в нем альбим. И давайте. Нет, не выпал. Ладно, начинаю больше ящики открывать. Нет, плохо. Много монет, конечно, было. Ну, не знаю, вряд ли. Да, я знаю. Походу, мы прямо нажми выбьем. И нет, много монет слишком было. Последнее. Нет, точно ничего не было. Ну, жесть, конечно. Мы тут нали. 1300 монет. Классно. Мы перемещаемся сюда. Открываем большой ящик. Или прима? Нет, нормально. Даже нам выпали 2 сверхрепких, но не выпало эль прима. Вот так вот мы и живем. Вот сейчас всех прокачаем, а. Брок еще жестко прокачает, по-любому. Он нажмет снова для подтверждения, жму. А не хватает очков силы. Барли 5 силы, как там на аккаунте моем. Первый. О, 6 мне силы. Ой, жесть, пока на 5 силу. Теперь у меня монет не осталось. За что?
Ну что, у меня монет теперь нету. Самая жесткая сила у меня там что есть? Нет, что никого. Поняли, берем пока. Не берем ошибки. Давайте сейчас дадим устанет сыграть за пони, так как он не больше. Сыграть за пони. Просто... ты знаешь, как у нас, короче. Подсказать, я тебе подсказывать не буду. Просто буду комментировать что-нибудь. Только налетай сундуки только. Закупай. Так, пожалуйста. Не надо куда так сильно-то? Ты чё? Просто она сейчас не будет нас слышно вообще. Иди вот то сундук забирай, пока. Пока. Иди, подходи, подходи. Нет, стреляй по сундуку, всё. Тебе иди к тому сундуку. А, нет, там Пайпер. Там внизу сундук был, помнишь? А, да, помню. И вот его, он твой. Ой. Да, это лагает. Ну ты подходи, ты чё? Ты чё, встань просто плотную и всё. Как будто играть умеешь. Стой, подожди, пусть зарядится атака. Пусть его я, стой, отойди, пусть его я добью. А нет, бери, сундук. И через яд беги, через яд, нет. Ну через яд надо побежать, Руслан. Плюс один, так стороны. Ну ладно, мы здесь не играть собрались. Ну, в общем, мы выбрали два персонажа. А Пенни один кубок. Хорошо. Ну, спасибо за просмотр вам. Всем удачи и всем пока.